вы бы хотели, чтобы были, например, полное поражение России, покаяние, репарации, и Россия становится демократической страной, которая находится в координате всего мирового сообщества, да, демократического, или же чтобы Россия продолжала оставаться в тех условиях, в которых она находится, с такими же Пупкиными или Путинами, да, но при этом вы не будете платить репарации. Вот что вы выбираете? Вот такой мой вопрос. Если выбор только из этих двух вариантов, я выбираю второй. И не потому, что я путинист или ватник, а потому что я не считаю, что я и мои дети должны нести ответственность за то, что кто-то что-то сделал плохое. То есть вы, ни при чем. Вы тоже являетесь частью Путина. Получается? Для начала здравствуйте. Да. Что это для начала? Здороваться вас учили? Учили, да. Ну, можно начать с этого, нет? Здравствуйте, давайте по-вашему, давайте. Что обсуждаете в рулетке? Какие ваши цели здесь? У меня в основном происходит процесс адаптации под собеседника, но лично вам я хотел бы задать вопрос, а почему вы позволяете себе нарушать правила видеочата? Продолжайте. Ну, это вопрос. Продолжайте, я хочу знать, в чем нарушение. Продолжайте, я слушаю. Нарушение в том, что вы скрываете лицо. Я не скрываю лицо. У меня оно на весь экран, если я вижу полностью. Вот я тоже сейчас не скрываю лицо, правда? Вы сейчас с телефона со мной общаетесь? Вы с телефона со мной общаетесь или из компьютера? С телефона, да, с телефона. Проверните ваш телефон, вы меня будете видеть. Потому что вы первый человек, кто мне об этом сказал. Нет, дело в том, что ваше лицо наполовину за кадром. Ну, мне про это никто не говорил, кроме вас. Вот я себя вижу полностью, я себя вижу полностью лицо. Я хотите, я сфотографирую сейчас, чтобы вы увидели, что я вас не обману. Смотрите. Вот сейчас другое дело, кстати говоря. Видите? То есть я вижу. Полностью в кадре. Потрясающе. Хорошо, что обсуждаете в рулетке? Адаптируюсь под собеседника. Но у вас есть какие-то темы, которые вам... У меня нет вам... своих любимых тем. Я понял. Я здесь обычно новости обсуждаю, что происходит в мире, последние события. С удовольствием. Почему бы нет? Ну, что вы думаете о ситуации, которая сейчас происходит на территории России, в Курской области, например? Русский мир происходит, это же очевидно. Ну и что будет, как вы думаете, что будет дальше, в дальнейшем? Что будет происходить? Ну, дальше огромными потерями российская армия победит, потом умрет Путин, и Кадыров станет президентом. Вот что будет. Это а как вы к этому пришли? Откуда у вас такие познания? Ну, это то, к чему все идет. Советский Союз 2.0. Нет, так Советский Союз 2.0, для того, чтобы Кадыров пришел к власти, он должен находиться, ну, по крайней мере, в Москве. Он не находится в Москве. Если вы посмотрите исторические... Это вот, проблема? Разные, конечно, проблема. Вот если вы смотрите исторические... А что ему мешает приехать в Москву? Ну, вот именно мешает. Почему? Потому что там есть башни Кремля, которые, в принципе, уже все для себя там решили. Кто и где. Вот у меня, например, другие сценарии, ну, да. которые могут быть. Я думаю, что Путин в лучшем случае там его не станет, убежит или откажется в Гааге. Кадырова, как мне кажется, в принципе, уберут. Те ребята, которым он, в принципе, очень сильно мешает. Потому что на Кадырова место ни один человек метит, скажем так. И плюс Россия в этой войне, естественно, проиграет. Почему? Потому что это уже было в истории, когда недоразвитые добираются до власти, узурпируют эту власть, им кажется, что эта власть будет постоянно и навсегда. Поэтому мой рецепт и мой сценарий будет то, что Россия в какой-то момент просто будет развалиться. И первым, как я думаю, будет вот Чечня, Дагестан, Кавказ. Наверное, приятно ощущать себя частью мира, где все абсолютно справедливо, всегда по закону соблюдаются права человека. И вы ведете невербальную войну по интернету с проклятущим фашистским государством, где все всегда плохо, правда? Так просто жить? Нет, я просто оперирую историческими какими-то фактами и логикой. Если вы посмотрите Советский Союз, вот он был, он распался. Когда в 1985 году кто-то говорил, что Советский Союз ожидает распад, вот такие же люди, как вы, тоже говорили, очень хорошо жить в таком мире, в котором вот все слово в слово то, что вы говорите. А потом произошел распад Советского Союза, когда была Российская империя, когда кричали, что царь это от Бога, и никто не смеет его скинуть, и ничего это не сможет произойти, потому что до Бога далеко, да, высоко вернее, до царя далеко. А потом этого царя что с ним стало? Помните? Ну да, его убили, конечно. А кто его убил?
Не могу сказать, я Но не историк. те же ребята, которые Не кричали, знаю, что как царь от было. Бога и так далее. Вот именно те же. Поэтому я говорю, что вот сейчас то, что с Кадыровым, в принципе, это идет уже, знаете, как последний дожим. Они все прекрасно понимают, и Кадыров, и Путин, что они просто идут ва-банк, им терять нечего, это все понятно. Но найдутся все равно в какой-то момент те люди, которые подсуетятся и встанут на их места, а их просто уберут. Дело в том, что когда человек всю жизнь живет в России, то ему сама природа говорит ожидать самого плохого варианта. Вот я его и жду. Так самый плохой вариант для вас это что в России? Что Кадыров придет к власти? Это самый плохой вариант? Это самый плохой вариант. Сложнее придумать что-то еще более печальное, разве нет? Для того, чтобы Кадыров пришел к власти, я еще раз говорю, для этого должны быть какие-то условия. Для того, чтобы он пришел. Он должен находиться рядом с кем-то, например, где-то в Москве. Наличие частной армии Кадырова, да? Армия Кадырова сегодня, во-первых, не самая большая. Мы уже видим на поле боя, что из себя представляет армия Кадырова. Вы знаете, что в Украине армия Кадырова, которая воюет, да, и когда попадает в плен, в принципе, да, или когда оставляют какие-то свои части, потому что кадыровская армия прекрасно понимает, что им нет за что воевать, и нечего делить с Украиной. Поэтому они быстренько убегают, когда надо. Ну да. На территорию Чечни. Они убегают, когда воюют с военными. А с гражданскими-то они только очень рады будут воевать. А кто вам сказал, что с гражданскими? Вы что, хотите сказать, что сегодня в России нет группировок под командованием разных генералов, которые могут противостоять сегодня кадыровцам? Есть. Да? А что же они этого не делают? Ну вот, в какой-то момент хотел сделать это Пригожин, просто у него не хватило одного места для этого. А в принципе он пытался это сделать. Пригожин путинская марионетка, которая была нужна, чтобы понять, кто во власти лоялен к нему, а кто нет. Это дешево изначально было. То есть Пригожин жив, по вашей конспирологической теории, да? Скорее всего, да. Понятно. А как вы себе это представляете? Вот я когда слышу такие конспирологии, мне всегда... Мне всегда создали вот иллюзию. Ну, давайте попробую вашу иллюзию разбить. Хотите? Аргументами. Почему бы нет? Окей. Сколько человек летело в самолете, в котором летел Кадыров? Если не ошибаюсь, около 4. Нет, там были все командиры, там только 7 командиров было. Плюс был весь экипаж самолета, плюс стюардесс и так далее. А теперь представьте себе, не проще ли было для Путина, условно говоря, в машине где-то это сделать, погиб там, или они ехали все вместе там. А это же, в принципе, очень много людей. Если что-то знает один человек, это еще можно скрыть. Но если об этом знают 2, 3, 4, 5, а здесь представляете, какая картина мира, да? Сколько людей, в принципе, видели всю эту ситуацию, как она происходила, звонили перед отправкой самолета и так далее. То есть плюс разведки разные наблюдали за всем этим делом. Значит, вы правда верите в то, что Пригожин представлял реальную угрозу власти, да? Конечно. Я вам сейчас объясню, почему. Может быть, не представлял в том виде, в каком вы ее видите, но дело в том, что когда человек находится у власти очень много лет, он начинает не доверять даже самому близкому своему окружению. А для Путина, вот даже если малейшая какая-то да, деталька какая-то мешает ему его власти, он лично хочет, чтобы это, скажем, то, что ему мешает, чтобы ее не было. Даже если это представляет, условно говоря, 30% того, что его могут убрать. И Путин сейчас, и вся эта, я когда говорю Путин, я говорю о таком коллективном Путине. Да, те ребята, которые находятся у власти много лет и, в принципе, контролируют сегодня там практически все. Но я же говорю, история показывает и показывала не один раз, что и с такими ребятами тоже разбирались. А Путин это далеко не Сталин. Путин очень сам по себе мелкий, он такой барыга, да, любит очень красивые вещи, дорогие часы и так далее. Это даже не Сталин. Интересный вопрос. А как вы рассматриваете такое явление, как коллективная ответственность? Это хорошо или плохо? Будет ли это реализовано или нет? Я думаю, что это необходимо, чтобы было реализовано. Почему? Потому что если в России сегодня есть Путин и народ, в принципе, население в данном случае, потому что народ – это люди, которые могут что-то делать и влиять на власть. А это население. С их подачи, в принципе, появился такой Путин и сегодня делает, совершает те преступления, которые он совершает. Поэтому да, коллективная ответственность должна быть. И каждый Значит, должен понести. Если Россия будет проигравшей стороной, то ответственность должен понести каждый, в том числе, например, дети 2005 года рождения, да? Они тоже должны понести. Опять давайте вернемся к истории. Вот, например, была нацистская Германия, когда нацистская Германия проиграла во Второй мировой войне, да, после этого отвечало следующее поколение за все это. По-моему, это крайне несправедливо. Это то же самое, что судить меня за то, что мой дед якобы был педофилом. По-моему, это несправедливо. Я считаю, что это очень справедливо, я вам скажу почему. Потому что без покаяния, репараций и вот то, чтобы именно нация, как нация, если нация хочет продолжать дальше двигаться, да, она должна прийти к тому, что она должна отвечать. Дело в том, что в Германии уже даже в последние годы, уже другие, скажем так, люди, которые находились у власти, все равно извинялись за те действия, которые их страна совершала когда-то в прошлом.
Я считаю, что это правильно. Почему? Интересно. Потому что когда... А, например, Израиль извинялся перед Палестиной когда-нибудь, Америка перед Вьетнамом, например, когда-нибудь извинялась? По-моему, нет. Но дело в том, что Америка не проигрывала. Это раз. Это же тоже огромные, скажем так... Кто Америку победил для того, чтобы Америка могла... Ну, смотрите, для того, чтобы быть сильной не страной... Неважно, ведешь ты справедливую войну или нет, главное извиниться, если ты проиграл. Это раз. Не только это. Ну, во-первых, это очень важно, если ты проиграл, да. А во-вторых, Америка и Израиль – это не совсем корректные сравнения. Почему? Потому что вот Российская... Почему же? Ну, потому что Российская Федерация... Вот смотрите, когда в 1948 году дали два государства для двух народов, сказали, вот, например, Израиль, вот это ваша территория, Палестине сказали, вот это ваша территория. Израиль на это согласился, а Палестина нет. И на Израиль напали. Сразу после того, как было объявлено о суверенитете Израиля, независимости Израиля, да, на Израиль напали. Израиль, когда оборонялся, да, и, скажем так, получал для себя другие территории, в принципе, да, на правах того, что он победил, например, когда Советский Союз победил во Второй мировой войне, он тоже получил для себя какие-то территории, правильно или нет? Ну да, все верно. Да. Все верно. Так вот, на правах победителя, да, Израиль для себя что-то получал. Опять-таки, Соединенные Штаты Америки, это, да, такая страна, которая, в принципе, если она где-то действует, она ни клочка земли, ни от какой другой страны себе не присоединяет. Например, даже возьмем Вторую мировую войну. Соединенные Штаты Америки, значит, на 7 декабря на них напали, был Pearl Harbor, да, то есть на Гавайях. И 8 числа 41 года США объявляют войну Японии, воюет, было очень много... кровопролития, и на морях были очень сильные бои и так далее. Но по окончанию войны Соединенные Штаты Америки не взяли ни клочка земли себе от Японии. А вот Советский Союз, несмотря на то, что в принципе Японию победили Соединенные Штаты Америки, это в принципе понятно и так, да? А вот Советский Союз подсуетился и забрал себе часть территории именно японских. И вот в том, как себя ведет сегодняшняя Россия, в принципе, это тот же самый прототип того совка, вот той недоразвитости тех столетий, которые были когда-то. Интересно. Значит, признание или непризнание ошибок зависит исключительно от социального статуса того или иного государства в мире, а не от совести, морали или чего-то еще. Нет, оно все вместе. Совокупность. Правда? Нет, совокупности все. Дело в том, что Российская Федерация, когда нападала на Украину, вот Путин отдавал этот приказ, да, вот население России, вместо того, чтобы бить в колокола и кричать о том, что мы делаем, это так не должно быть, и вынести Путина вперед ногами из Кремля за те действия, которые он совершает. Таких людей не было, да, которые били в колокола и нет, говорили, так вот, что как раз плохо, такие да? люди, с кем я общаюсь здесь в рулетке, именно те, которые били, они согласны с тем, что было покаяние, что были репарации. Они говорят, и это мало нам. То есть эти люди, конечно, это те люди... А что можно сказать про меня, про человека, который родился с первого дня своей жизни, я живу в Москве, я был на абсолютно всех антиправительственных мероприятиях, и только можно было представить, я всегда был против военных действий, но мои дети все равно будут платить репарации. Это ни не в коем дети. Случае, костями лягу, зубами выгрызу, не будет такого. Будет, никогда. Обязательно это будет. Больше я вам скажу, что да, будут платить... О, будут первым платиться, будут платить твои. Будут платиться, если такая логика будут платиться репарации. Почему? Потому что ты отвечаешь за те действия, которые совершает твоя страна. Я говорю не ты, я с вами на вы, да, я имею в виду вот человек вообще. Вот, то есть я отвечаю, вы отвечаете. Каждый человек отвечает за те действия, которые совершает страна. Я вам больше скажу. Соединенные Штаты Америки зачастую, да, после войны поднимали экономики других стран, с которыми, например, там воевали, да, и платили, если брать в сумме, вот если сравнивать суммы, да, то эти суммы были достаточно большие, и они шли из налогов американцев. Правильно? И ни один американец не кричал, что там костьми ляжем, там, и не так, потому что люди понимали, в принципе. Когда была война во Вьетнаме, например... Мне кажется, например, если я считаю, что дети не должны нести ответственность за грехи отцов, мне кажется, это адекватно. Подождите, а страна разве есть? Нет? Страна есть или нет? Страна, Россия есть такая? Есть, да. Вот есть как страна, такая, государство да. должно отвечать за эти действия? Вот смотрите, сейчас все ваши деньги в Москве ворует Путин с его этой бандой, правильно? То есть они раздеребанили всю страну, поделили между собой. А теперь есть смотрите... определенная граница между страной и государством. Ответственность должны нести чиновнические дети, нужно распродавать их имущество, на эти деньги помогать странам, пострадавшим при этом конфликте. Но простой Петя, токарь с завода Свердловской области, никакой ответственности за это не несет. Несет. Вообще никакой. Тогда через 20 лет будет такой да? же Петя, Каким который... же образом? Я вам объясню, что если не будет покаяния, не будет репараций, и не будет, в принципе, прощения потом, в принципе, в будущем, то потом через какое-то время может прийти еще один Пупкин, а не Путин, который сделает то же самое. А потом такой токарь, про которого вы рассказываете, будет говорить о том, что мои дети ничего платить не будут. Наверное...
каяться должен я, который пытался вылезти из кожи вон, чтобы того, что сейчас происходит, не было, и я за это тоже должен каяться, да? Простите, что я не полез на амбразуру под танки, чтобы другие за меня не решили судьбу моей страны. И, конечно же, мои дети будут обязаны целовать вам ножки и платить вам деньги. А кто-то говорит, вам про целование, ножек. Смотрите, в принципе, вот в этом вся сегодняшняя Россия, да. Если у вас вот так настроено, в принципе, в вашем мировоззрении и сознании, то, в принципе, вы являетесь сегодня частью путинской России. Что бы вы ни заявляли, куда бы вы ни ходили, как бы вы ни выступали. Я считаю, что чтобы человек был должным, нужно взять взаймы. Я более того, я ни в коем случае позитивно не отношусь к российской власти, я к ней отношусь негативно. Если при всем при этом вы считаете, что я вам что-то должен, то не вижу никаких причин. Нет, не мне, Украине. Украине вы должны. За те смерти, которые происходят. Я? За те налоги, которые вы платите. За что я должен? Вы налоги платите сейчас? Да, к сожалению, плачу. Платите, да. А ваши налоги на что сейчас идут? В том числе и на военные действия. То есть вы являетесь частью этой системы. А у меня такой вопрос. Подождите секундочку. Дайте я закончу. То есть вы являетесь частью этой системы. Я де-факто являюсь, да. Де-факто, да. Все, де-факто являюсь. Да, спрашиваю. А не должен ли нести коллективную ответственность, например, представитель Министерства иностранных дел какой-нибудь европейской страны, который закрыл посольство в моей стране и не позволяет мне уехать отсюда? Вот он не должен за это нести? Нет. Если я здесь, я могу быть потенциальным солдатом российской армии. Они не дают мне возможности уехать. Действуйте. Они, получается, способствуют войне? Нет. Получается, нет. Так? А что, Европа разве обязана это России? Что, Европа или европейцы обязаны? Ну, говорят, что по Женевской конвенции... Говорят, что по Женевской конвенции соблюдаются права человека, и Евросоюз обязан предоставить убежище политическим беженцам. Но при этом все посольства закрыты. Но вы же сейчас круто. Сейчас в Лондоне что? Находитесь, правильно? Нет, я в Москве нахожусь. Вот прямо сейчас вы находитесь в Москве? Я в том городе, где я родился, я в Москве. Но у меня пока просто в Лондоне. Ну, может быть, программа. Не, у меня VPN просто работает. Понятно. Ну, я вам скажу такую вещь, что Европа ничего России, в принципе, не должна, как и Россия и Европе, если исходить из того, что вот каждая страна может сказать, мы хотим пускать, мы не хотим пускать, мы хотим беженцев, мы не хотим беженцев. Это, в принципе, дело каждой страны. Но... Мы хотим заявлять про то, что у нас права человека, но не хотим их выполнять. Нет. Права человека и законы страны – это разные вещи. Вот, например, если ваши права будут нарушены, в Европейском Союзе будут отстаивать ваши права, в принципе, если они будут нарушаться. И это, в принципе, правильно. Если вы можете подать в суд, например, или нет. Или вы не можете подавать в суд. Это правда смехотворно, но это правда смешно. Это смешно. Смотрите. Вот... Если я, дурачок Иван с голой задницей, приеду жить куда-нибудь в Лондон, кто-то говорит, палец о палец никто не ударит, чтобы соблюдать мои права. Всем наплевать. Я звать меня никак, у меня Филькиной грамоты даже нет. Никто не пошевелится даже, чтобы мои права... Пошевелиться должны никогда вы. Никогда в жизни. Это смешно даже думать. Пошевелиться должны вы в первую очередь. Это первое. А второе, вот Российская Федерация, конечно. Которая как я государство... Должен был, чтобы мои дети не платили репарации, они я должен платить. Был вылезти из кожи вон и ликвидировать Путина, короче. Вот тогда я был бы хороший человек. Но до тех пор я фашист, убийца, педофил, насильник и вообще враг народа. Я вас понял. Спасибо большое. Ваше здоровье. Я понял. Ну, это, скажем так, такая философия, с которой вы выступаете, она, в принципе, понятна, почему вы так говорите, почему, потому что вы находитесь сейчас в России, да, и, в принципе, вы являетесь частью вот той системы, в которой вы живете. Вы понимаете, что на сегодняшний момент с Путиным никто ничего сделать не может, пока, во всяком случае, да, и что вы, получается так, да, если вы не хотите платить репарации, и если Путин будет продолжать находиться у власти, то вас, в принципе, устраивает такое положение дел больше, чем если бы вы платили репарации, и Россия стала, в принципе, свободной демократической страной, правильно? Ни в коем случае. А как? Ни в коем случае. Если позволите, я в течение минуты, максимум полутора, объясню свою позицию, чтобы никаких вопросов не осталось. Давайте. Я ребенок из военной семьи. У меня и мать, и отец сотрудники КГБ. С самого детства я спорил со своими родителями о том, правильный у нашей страны политический курс или неправильный. Мои родители изначально с моего детства спланировали мой жизненный путь. Я должен был пойти служить в армию в Кремлевский полк и прямо сейчас должен был быть в погонах ФСБ. Я прекрасно знаю, что у меня с детства обостренное чувство справедливости, я хорошо отличаю хорошо от плохо, и я бы не смог там работать, потому что если бы я со своим чувством справедливости оказался бы там, то я бы, скорее всего, либо долго сидел, либо сам себе выкопал могилу где-нибудь в подмосковном лесочке за свой длинный язык. Российская власть не любит таких людей. Соответственно, я сделал все, чтобы не пойти по тем стопам, которые навязывает мне государство. И если после этого я все равно плохой, просто потому что я плачу налоги и другого выбора у меня нет, то, ну, извините, я даже не знаю, как на это реагировать.
Вот такая у меня позиция. Но я совсем не про это говорил, понимаете? То есть, смотрите, ваши поступки, которые вы совершали, могут вызывать уважение. Там, например, вы выходили против Путина, вы выступали против российской власти. Это же может, смотрите, одно же другому не мешает. Нужно просто отделить, да, мух от котлет. А вот то, что сейчас происходит, я вам задал вопрос. Вы бы хотели, чтобы были, например, полное поражение России, покаяние, репарации, и Россия становится демократической страной, которая находится в координате всего мирового сообщества, да, демократического, или же чтобы Россия продолжала оставаться в тех условиях, в которых она находится, с такими же Пупкиными или Путиными, да, но при этом вы не будете платить репарации. Вот что вы выбираете? Вот такой мой вопрос. Если выбор только из этих двух вариантов, я выбираю второй. И не потому, что я путинист или ватник, а потому что я не считаю, что я и мои дети должны нести ответственность за то, что кто-то что-то сделал плохое. То есть вы, ни при чем. Вы тоже являетесь частью Путина. Если вы выбираете второе, значит, вы и есть часть путинизма. Ну, конечно, конечно. Если я не хочу прогибаться под указания Запада, нет, значит, потому что у вас имперскость есть. У вас точно так же, как и у Путина, как у какой-то недоразвитой. Да при чем тут я вам объясняю, я не хочу, потому что у моих детей вытаскивали кусок изо рта. При чем тут имперскость? Именно поэтому, потому что вы себя видите в этих координатах. Я такой крутой, почему я должен что-то платить? Потому что ваша страна сегодня... Я не говорю, что я крутой. Ваша страна сегодня убивает людей в Украине. Нет, вы сделали. Сделали, и вы тоже делаете. Сегодня я люди погибают в Украине. Того, что это не имеет значения. Я вы только что выбрали Путина. Вы только что выбрали Путина. Значит, вы точно такой же, как он. И сейчас погибают люди в Украине, вы платите налоги. Вы говорите о том, что вы демократическую систему не хотите, а выберете Путина только потому, что ваши имперские амбиции не дают вам заплатить тем людям, которые сегодня пострадали от вашей страны. Я имперец, абсолютно точно. Я, короче, боже царя храни, Россия, Путин, Олимпиада. Вот я хочу на лбу себе татуировку СССР. Честно сказать, изначально у меня было очень приятное вас впечатление, но исходя из того, какие шаблоны и стереотипы вы мне загружаете в голову 10-тонными КАМАЗами, я вот лично вам в окошко желаю ракету, как бы, вот лично вам. Всего доброго, храни вас Бог, блин. Я имперец, да, замечательно. Имперец. Сын твоя ФСБшник. Ну так, друзья, да, такой интересный диалог попался. Вот так он хорошо стелит, так красиво рассказывает о том, что он, значит, против Путина, что он не поддерживает ничего, но выбор, когда идет свободная демократическая страна и путинизм в том виде, в каком он сейчас есть, то есть это, значит, ракеты летят на, скажем так, Украину и так далее, он уже на меня тоже собирается, да, и так далее. Вот в этом, в принципе, вся сегодняшняя Россия. Это очень, мне кажется, показательное видео в том смысле, что человек, который, как он говорит, является в оппозиции, при этом он не хочет отвечать за те действия, которые совершает сегодня его страна. Он не хочет брать на себя никакую ответственность. То есть полная безответственность, полное непонимание, но, как я говорил ему, придется платить репарации, когда нужно будет, и покаяние, и прощение, и так далее. Или, во всяком случае, просто молчать и слушать. Каждый раз, когда украинец будет что-то говорить, вот россиянин должен молчать и слушать. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся.